Любовь Чачаева занимается рукоделием с 8 лет. Мастерству вязания ее научила еще мама, и с тех пор Любовь буквально ни на день не расстается с пряжей. Беретки, слитки и шапки выходят из ее рук, как с хорошо отлаженного конвейера. Но особым спросом у покупателей пользуются шерстяные манишки с высоким воротником, хорошо защищающие своего владельца от пронизывающего ветра. Мастерица настолько привыкла вязать, что довела все движения до автоматизма. И теперь может заниматься любимым делом где угодно, хоть дома, хоть на улице. Который быстрее вяжет. Спрашивайте, все знают меня. Я уже привыкла, без вязания не могу сидеть. Постоянно вяжу я. Я люблю вязать. Роза Байрамукова не просто занимается рукоделием, она хранит народную культуру, создавая свадебные платья, выдержанные в национальном стиле. Любовь к шитью она также унаследовала от мамы. Роза шьет буквально каждый день, уделяя пристальное внимание каждому шву и вкладывая в любимое дело всю свою душу. На создание этих платьев уходят не дни, но месяцы, говорит мастерица. Ведь мало просто сшить, надо украсить костюм орнаментом, подобным тому, что издревле украшал праздничную одежду предков. Орнаменты национальные. Вот у нас в основном славятся, ценятся орнаменты национальные: трехлистник, форма луны, форма ромбика. Вот это главные узоры. Кроме национальных костюмов, мастерица создает детское приданное – бишик-кирек, принадлежности для детской люльки. В его полный комплект входит матрас, одеяло и подушка. Каждый комплект мастерица старательно украшает, в том числе вышивка из серебра. На Северном Кавказе живущие народы, у них кое-какие обычаи идентичны, и поэтому все заинтересованы вести давно забытое, возрождать, передавать молодежи, нынешнему поколению, нашим внукам, детям, чтобы это все продолжалось. Глядя на эти уникальные работы, можно с уверенностью сказать, что традиционные ремесла предков в Карачаево-Черкесии живы до сих пор. Более того, нынешние мастера передают секреты их изготовления детям и внукам. А значит, у народных промыслов есть не только настоящее, но и будущее. Радима Киут, Каплан Барлаков, Мурат Койчев, Архыз 24.